Привет, это Деконте, видеоинструкция по сборке кровати Барселона. В комплект входит две коробки, ортопедическое основание. Займемся сборкой кровати. Открываем коробки и раскладываем элементы так, как показывает мастер на видео. Обращаем ваше внимание на то, что место для сборки должно быть чистым и ровным. Для сборки нам потребуется только фигурная отвертка. Мастер на видео использует шуруповерт. Первым делом фиксируем к царгам кровати со стороны изножья крепежные уголки из комплекта фурнитуры. Мастер отмеряет ширину одного уголка от нижней части царги и ширину двух уголков от верхней. Уголок крепится вровень с торцом царги на саморезы из комплекта фурнитуры. Со стороны изголовья работа производится аналогично. Чтобы прикрепить царги к изножью, мастер подводит их вровень к правому и левому торцу изножья и крепит с помощью саморезов из комплекта фурнитуры. Затем таким же образом работы производятся с изголовьем. Перейдем к ортопедическому основанию. С помощью болтов из комплекта фурнитуры крепим ножки к металлическому каркасу. Осталось установить ортопедическое основание на его место, уложить матрас, и ваша кровать готова к эксплуатации. Вы можете смело пользоваться изделием.